Всем большой привет, ребята, спасибо, что шли на мой канал. И сегодня 12 июля, и это будет такой влог, но он будет необычный, потому что сегодня мы с девочками решили устроить пикник. Да, вы не слышались, именно пикник. Поэтому надеюсь, что такого рода видео будет интересно, и вы продолжите смотреть, и не переключитесь. И да, я хотела вам еще сказать, вот вы, наверное, видели, что под каждым моим видео есть один дизлайк. Вы не обращайте внимания, это просто ставит брат моих подружек. Вот, поэтому... Он просто мне завидует. Давайте не будем на это обращать внимание и будем продолжать снимать видео. Ну что ж, как говорится, welcome! Так, ребята, мы уже собрали вот пакованы, мы с рюкзаками все. Вот, подружка моя, Влада и Ксюша. В общем, мы сейчас идем на место преступления. Ладно, шучу. Идем на место, короче, потом вас сниму еще. Так, ребятки, мы уже пришли на нашу чудесную полянку, вот так вот все здесь вокруг. Вот. Так вот. Вот наша постилочка. Вот, мы, короче, разложились тут. Все остальное. Девки, помахайте. Вот, короче, разложились. Сейчас будем кушать. И, наверное, конечно же, еще поснимаю. Ребята, смотрите, Влада сделала вот такие вот оформления. Такое, салфеточки, типа. У нас... Так, ребята, мы тут сели, короче, вот, смотрите. Разложились. Вот. Все закуски наши. Вот. Сейчас будем начинать с бутербродов моих. Вот. Потом тут закусочки, короче, всякие. Вот, сливки, да? Вот, у нас карты, тут маршмеллоу будем жарить. Вот. Где вот там? Вот. Вот, короче, ребята, вот. Вот все. Вот, Влада. Вот, надо будет фотку тут сделать. Вот, короче, сидим. Вот сзади, конечно, природа прекрасная. Тоже без меня. Ребята, вот соленые огурчики нарезала. В общем, я... Она мне была нарезка вся. Бутербродики сейчас кушаем. Так, мы кушаем арбуз. Так, ложи. Да, я сейчас. Жарим. Дальше. Сильно не притуляй. Да, я вот так боком. Угу, сейчас я буду жарить. Вот, так, ребята, смотрите. Я... Так, у нас там собаки подрались сбоку, видите? Мы уже нажарили, у нас свечка уже. Сейчас мы все сделаем. Потом будем делать чапибани или пухлый кролик. Меня, кстати, Ксюша просила сделать, да, видите? Ребята, я пробую. С хвостиком, вот. Божественно, пробуйте, реально, ребят, очень вкусно. Так, ребятки, мы, в общем, сходили еще за одной пачкой зефира, потому что нереально. Так, девочки, в общем, мы сейчас здесь пожали. Мы играем в карты. Масть. Косимо. Фокус-покус, тру-ля-ля. Смотрите. Тру-ля-ля.